я русский говорю, я, да. Я очень рада, что подписали новый контракт. После этого чемпионата еще 2 года. И я думаю, очень хорошо, да, додумы. И сейчас надо просто работать и помочь команде. Я очень хорошо чувствую себя здесь. И поэтому мы вместе с Динамо сделали это красивое решение. Что больше всего нравится в России, в Москве? Да, все, я думаю, жена чувствует очень хорошая. Наш город, наша школа, моя дочка. И поэтому я тоже, это очень хорошее. Ты несколько последних игр пропустил из-за травмы. Удалось ли набрать форму уже успеть? Последние 2 недели с командой тренировал, и я, конечно, готов для Локомотива. В этом сезоне ты раскрылся на новой позиции, на позиции опорного полузащитника. Чья была эта идея? Это просил тренер, и я, конечно, говорю, да, надо помочь команде всегда. Я комфортно чувствую на поле. Ничего, если опорный управляющий, но ну, очень хорошо чувствую. Спасибо фанатам за все, и давай дальше, Динамо.